Здравствуйте, мои дорогие зрители, и я хочу рассказать вам сегодня о том, что мы брали в этот раз с собой в Таиланд. Интересно это или не интересно, но подобные видео вошли у меня в привычку, поэтому никуда уже деться от этого обязательства перед самой собой не могу и показываю, что у нас было в обиходе, что абсолютно кончилось, а что кончится вот-вот. Уж не знаю почему, но первым делом руки потянулись вот к этим салфеткам для интимной гигиены. Ну, требуется каждый день, да и не просто именно с гигиенической вот этой целью, а просто как подручное средство на всякий, так скажем, по каждому поводу, по любому поводу, может быть, даже и не совсем по назначению. Очень хорошие салфетки, точно так же, как и вот эти Астронавтик, антибактериальные, где находимся, ну, если находимся в дороге в долго, если где-то приходится перемещаться таким образом, что к умыванию там или к тщательному мытью рук нет возможности обратиться, то салфетки очень здорово помогают. То, что было куплено, здесь вот остаточек, сейчас вымажу остальное, он вверх ногами. Вот каждый раз мы покупаем именно этот крем, вполне бюджетный и более чем устраивает. Правда, он написан с отбеливающим эффектом, но загар прилипает очень хорошо. Еще раз прошу прощения, что он стоит вверх ногами, чтобы просто не стек. Там уже на самом деле остаточек. Солнцезащитный фактор у него 50+. Не сгораем. Кожу хорошо увлажняет. В общем, проблем нет. Единственное, что я выбросила, и это была моя оплошность, это... На острове оставили, на Чамде. Это увлажняющий крем после загара от Нивея. Но сказать, что он мне очень понравился, наверное, не могу, потому что он жирноватый и оставляет такую пленку на теле. Может быть, это и хорошо для того, чтобы кожа успокоилась, но неприятно для того, чтобы надевать одежду потом, как-то себя ощущать. В общем, не слишком комфортно. Вот это то, что, к сожалению, в холодильник практически не ставилось, находилось просто в помещении с кондиционером, но и этого было достаточно, чтобы такой прохладненький спрей-лед приносил облегчение коже, такой воспаленной, возбужденной, прожаренной, просоленной. В общем, вот эта бутылка у меня за 11 дней ушла практически полностью. Сегодня тоже добрызгаю, потому что улетаем, может быть, улетаем-то днем, а собираемся, выезжаем из отеля завтра утром в 9 часов, но еще и на утро. Оставлю немножечко этой субстанции для того, чтобы в дороге тоже протонизированная кожа была и увлажненная, чтобы хорошее такое ощущение и состояние у нее было. Много средств я с собой не брала. Взят вот этот Ревитал крем-мусс. Он, с одной стороны, омолаживающий, с другой стороны, обладает хорошим таким успокаивающим эффектом. И лицо, когда сейчас буквально пережженное, наверное, хорошо воспринимает этот продукт, прям, наверное, с благодарностью. И значительную часть я еще и на шею отвожу этого продукта, и в первый день у меня шея вот буквально сгорела, так что пришлось приводить в нормальное состояние, в том числе и с помощью Ревитала. Палочка-выручалочка, незаменимый, это гель, восстанавливающий с аргинином Сингара, хотя, ага, собиралась все показать, не покажу, все, теперь уже с места не встану. Значит, взят еще бальзам, но он остался, так что дома в пустых баночках покажу. Тайский бальзам, мы, как, что называется, в Тулу со своим самоваром. И помимо вот того тайского бальзама, хоть жидкий, хоть мазеобразный такой, вот этот гель с аргинином, он помогает коже успокоиться, если такое
значительное солнечное напряжение происходит, ну, до ожога дело не доходит, но все-таки насыщается кожа ультрафиолетом, и порой, ну, все-таки и почесывается, и так это достаточно покрасневшая, где-то и воспаленная бывает. Вот шея как раз пострадала больше всего, как я говорила, в первый день, и вот этот гель приходил на помощь всегда. Ну а так ноги у меня постоянно стерты, это моя беда, и вот ноги я мажу тоже бесконечно, поэтому тюбик уработался только так. Из косметического еще. Это дома начинала я пользоваться таким активатором упругости кожи с 3D-эффектом. Бросать на середине, что ли, мне не хотелось. И поэтому сейчас очень интенсивно он использовался в течение всех этих дней. Он уже практически закончился. Ничего не могу сказать по поводу результата, потому что кожа себя ведет и чувствует совершенно иначе, чем на родине, особенно вот когда мороз, когда холода, когда ветра и когда сухое помещение, сухой воздух в помещении. Здесь кожа буквально расцветает, оживает, насыщается влагой. В общем, не знаю, вот мне сейчас состояние, если, наверное, правильно сказать, тургор моего лица вполне меня устраивает, потому что, ну, прямо чувствую, что напитано всем солнцем, влагой, хорошим настроением, состоянием и всем подобным. Поэтому вот, может быть, и этот крем из серии «Эксперт» тоже помог. Ну, продолжая Фаберликовское, это вот несколько таких каш я брала с собой. Каши мы брали овсяные и вот эти гречневые каши. Понравилось, наверное, все-таки больше вот это вот с сывороткой. Это оказалось уж очень соленой, с луком и морковью, но несколько раз мы поели и их. Фитокс, который у меня в достаточном количестве еще оставался, мы весь забрали с собой и просто вот это пили, и, как понятно, очищающее такое средство, мы просто в виде киселя это пили и получали хорошее такое удовольствие. Во-первых, кисленький, во-вторых, успокаивающий, в-третьих, ну, если что-то не в порядке с желудком или кишечником, а, к сожалению, в этот раз подобная история случилась, вот это дело приходило на помощь. Так, ну, теперь к тому, что... Так, Фаберликовская еще осталась, но это банки склянки. Закончился у меня вот такой вот неразовый, он просто в мини-упаковке шампунь, по-моему, это лечебные травы. Вот я взяла с собой эту упаковочку, тут тоже на самом донышке, сейчас голову помыть, ну и чтобы уже закончился в дорогу. Вот хороший, но это такой жемчужного цвета шампунь. Предполагаю, что тут и шампунь, и кондиционер два в одном. Ну, в общем, волосы нормальные, хорошие, поэтому ничего другого покупать не стали. Обошлись вот подобного рода средством. Ох ты, летит все. Но зато вы слышите, что они на самом деле пустые. Так, сейчас, секундочку. Пришлось бежать, открывать дверь. Так что продолжим сейчас. Вот, практически уже закончилась зубная паста. Мы ее покупали в прошлый приезд. Это паста из разряда Пунчали. Бывает твердая, концентрированная. У нас в тубе была очень хорошая. Привыкли мы к ней очень быстро и основательно привыкли. Благо, дома еще есть. Паст в этот раз, кроме детских, вообще никаких не покупали. К пасте уже до того мы пристрастились вот к этим бамбуковым щеткам, что куплены очередные. Ну, думаю, что когда будем открывать покупки, я обязательно это покажу еще раз. Ну, в общем, щетки тоже тайские. Перед поездкой пришла посылка мне, где было мыло. И вот это мыло с угольным бамбуком и гвоздикой. Вот 11 дней, но уже и дома это мылилось мыло. Кусочек не слишком истратился, но зато как
моющее такое мощное и как освежающее средство было незаменимо. Я ничего другого не брала, никаких неделей для умывания, ничего. Умывались этим мылом, мыли тело этим мылом, муж голову мыл тоже им. Ну, в общем, для нас хороший такой вариант, довольны. Вот эта банка, здесь было совсем немножко средства. Уже и банка вся затертая, поэтому это позорище показывать, но тем не менее показываю. И брала я ее не только потому, что надо было ее дотратить, а здесь был крем для ног с лавандой. И стерлось уже все, тут вообще ничего не читаемо, все затерлось. Ну и кроме того, я ее потом помыла и думала, что понадобится для того, чтобы перелить бальзам, но... В общем, решили, что бальзам мы повезем в таком виде, упакованном, в каком он и есть. Не будем заморачиваться по поводу стеклянных банок, сложили в чемодан. Крем для ног очень длительно тратился, вот их было две банки, одна с зеленым чаем, а другая вот с лавандой. Очень тонкий, приятный аромат, очень хороший успокоительный такой эффект, релаксирующий вот буквально для ног, но мне хватило вот этого на несколько дней, а потом вот пользовалась я больше восстанавливающим гелем из серии Синкара, потому что натерла до такой степени, что, в общем, надо было заживлять, а не наводить там какой-то такой порядок легкий. Это капсулы Нони закончились, тоже надо было допить и не бросать, поэтому брали с собой. Очень нравится мне пропионика со вкусом, господи, персика. Прямо разводили в бутылочках, бутылки то по 500, то по 600 миллилитров, столовой ложки такой с горкой, а то и полторы ложки на бутыль воды вот этой было достаточно. Вкус очень приятный, хорошо утоляет жажду, ну и плюс является хорошим и обеззараживающим, и повышающим иммунитет средством. В общем, порадовалась я тому, что это оказалось со мной. Вот здесь трепещется еще грамулечка кедрового продукта, как он тут называется. Так. Кедровый мир. Значит, это, господи, формула молодости. Дома она тоже была начата, и надо было доедать, допивать. В общем, вот ложечка этого дела осталась. Приятно, как всегда. С дополнительным усиленным вкусом прополиса, маточного молочка и кедровых орехов. То есть на ура, причем даже наш спутник попробовал и сказал, что хороший продукт. Здесь остаток я смешала, были начаты, это комплекс омега 369 и, ой господи, боже ж ты мой, коэнзим Q10, вот, это на сегодня и на завтра капсулы, ну, завтра уже в дороге придется допивать, что-то утром, а что-то уже в дороге, то есть, вот эти капсулы, брали их, ну, можно было бы оставить, не набирать все вместе, чтобы перебора не было в употреблении там того или другого, но для здешнего климата, когда бывает проблема с кишечником, проблема либо одного, либо другого вида, то, в общем, то нет, то да, с излишествами. И вот этот комплекс аминокислот, жиров, помогает справиться, если закрепление основательное такое происходит в организме, и смазать, так скажем, все кишочки помогает и вот этот комплекс. Ну и последнее, тоже незаменимое средство, я считаю, в поездках, особенно по азиатским странам,
там, где не всегда пища для нас подходящая, там, где излишнее количество каких-то, может быть, бактерий, микробов или еще чего-то, там, где много перца, много специй и того, к чему мы не особо привыкли. И вот Монарда, она спасатель. И воду обеззаразить, и желудку помочь, и проявления там какие-то слабости, а тут и с температурой мы немножечко побыли, и под кондиционером тоже не сладко приходится. Тут у Андрея Ивановича у нас и ухо без конца. Из поездки в поездку стало хватать, стало беспокоить. Ну, понятно, что Монардой мы ухо не лечим, но воду добавляем, и я считаю, что помощь мы очень хорошую организму оказываем. Так что вот такой арсенал средств, ну, кое-что я уже убрала, мы брали. Теперь я спокойно уже выброшу то, что не нужно, то, о чем рассказала, пустые баночки, допользую то, что осталось, и буду довольна и счастлива, что есть такие превосходные продукты, которые помогают в жизни, в путешествии, в приобретении здоровья и в хорошем настроении. А на этом вам всего доброго!